Радио на фестивале «Платформа». Ну а сейчас я приглашаю на эту сцену Жанну Попову и дуэт «Марсель». Ну а пока я хочу сказать, что буквально там через каких-то полчаса у нас начнется запись на открытый микрофон. Вот, а соответственно в 18:00 мы постараемся успеть достаточно вовремя запустить, наконец, открытый микрофон. Вот, а и мы практически догоняем все, что возможно по программе. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. На сцене дуэт Марсель и Жанна Попова. Жанночка, пока. Город Волгоград. Скажу. Город Волгоград, да. По какой-то непонятной статистике город Волгоград самый депрессивный город в России из миллионников. Перед вами самые депрессивные музыканты Илья Анастасий и Игорь Букаев. Thank you.
Игорь Букаев, Илья Настасий. А дальше мы споем одну из своих песен. Автор ее Илья Настасий, называется «На время желтых светофоров». Эта песня пролежала на полке 25 лет. Городской блюз. Вновь играет джаз мой город, отражает небо мокрый асфальт, зеркала его витрин друг на друга глядят. Сумерки рождают тени, возникают звуки среди тишины. Эй, приятель, но ты спрячь, они тебе не нужны. В этот вечер игровое кино к нашей встрече было снято оно. Время желтых светофоров наступило давно. Спеши о чем-то думать и покинуть улиц его не спеши. Вот он листьями аллеи свои запорошил. Слушай, как звучит мой голос, и внезапно в мокрой ночной тишине вспомни вдруг о самом главном и не забудь обо мне. Этот вечер игровое кино к нашей встрече было снято оно. Время желтых светофоров наступило давно. Вновь играет джаз мой город. Мой город отражает небо мокрый асфальт, зеркала его витрин друг на друга глядят. Сумерки рождают тени, возникают звуки среди тишины. Эй, приятель, но ты спрячь. Песня на стихи волгоградской поэтессы Лады Бутриной. Называется она «Счастье, счастье есть». И если ты видишь свет,
и солнце льется потоком. Скажи, разве счастья нет? Взгляни, что сейчас за окнами. Весною весь мир искрится, солнце сияет в лужах. Тебе повезло родиться, и верь, ты кому-то нужен. Небо в глазах утонет, ветер взъерошит волосы, и кто-то тихонько тронет, и тихий промолвит голосом: смотри, этот мир прекрасен, все от того, что ты здесь, и ты вдруг поймешь, что счастье в тебе и вокруг есть, и ты вдруг поймешь, что счастье в тебе и вокруг есть. Ты жадно глотнешь воздух, все остальное тленно. Листочек зеленый в горошину и сердце размером вселенную. Летом весь мир искрится, солнце сияет в лужах. Тебе повезло родиться, и верь, ты кому-то нужен. Поскромничала, автор музыки она, Жанна Попова, предыдущей песни. И дуэт Марсель. Ага. Продолжаем депрессировать. Как хорошо низ здесь. Спасибо большое. Песня Виктора Каменского. Это наш волгоградский автор. Уехал туда, где белым-бело, и в слезах утонули глаза. Что бы ни было, что бы ни было, поскорей возвращайся назад. На земле, где враги, как сполохи, где в друзьях лишь один автомат. Ты до кожи пропахнешь порохом, поскорей возвращайся назад.
стелет метель белым до воды дорогу. Будут пусть видны на снегу следы Богу. Стало серым все, будто выцвело, будто скоро начнется гроза. Чтобы ни было, чтобы ни было, поскорей возвращайся назад. Мимолетное время вылечит минометный, закончится град. Я шепчу в тишине над огнем свечи, поскорей возвращайся назад. Выстелит метель белым до воды дорогу. Будут пусть видны на снегу следы с корочками льда. Долгие следы из никуда к Богу. Белым-бело, и в слезах утонули глаза. Чтобы ни было, чтобы ни было, поскорей возвращайся, поскорей возвращайся, поскорей возвращайся назад. Выстелит метель белым до воды дорогу. Будут пусть видны на снегу следы с корочками льда. Долгие следы из никуда к Богу. Даниил Крамер, танцующий скрипач. Thank you.
закончим мы на контрасте. Закончим тем, что двое мужчин не дают говорить женщине. Так бывает в таких коллективах. Жанна Попова и дуэт «Марсель». Песня, которую она тоже... не знает, что мы споем. Она хочет другую песню, но мы тут совещались за кулисами. Можно мы сегодня уступим мужчинам? Неожиданная песня, но середина лета. Неожиданно, правда, ну ладно. Тогда подпевайте. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Вот это снег, вот тихий снег. Хочу сказать при всех, мой самый главный человек, взгляни со мной. Сказать хочу, кто мне любовь твою принес, наверное, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, я снег благодарю. А снег идет, и все мерцает, и поет за то, что ты моей судьбе. Спасибо, снег, тебе. Аплодисментами Жанну Попову и дуэт «Марсель». Бурными, продолжительными аплодисментами. Спасибо большое, друзья, это было замечательно. Итак, я вышла на сцену, зовут меня Анастасия Евграфова, я креативный директор «Бортрадио» для того, чтобы объявить вам, что наступил час X. Буквально прямо сейчас. Вот я уже, я здесь, а запись на открытый микрофон открывается под баннером «Бортрадио» рядом с зеленой палаткой. Все желающие участвовать в открытом микрофоне подходят к Ирине Петровской. Она вот сейчас машет рукой. Заполняйте небольшую анкетку и получайте номер выступления в открытом микрофоне сегодня, который откроется в 18 часов. Еще раз, внимательность только сегодня с 18 до 20 часов и завтра. Сегодня 2 часа и завтра тоже 2 часа открытый микрофон. Наша сцена работает для вас. Подходите записываться. А сейчас... Сцена «Бортрадио» на фестивале «Платформа».